продолжаем нашу видеозапись. Глеба. Глеб первоклассник, второклассник. Уже первый класс закончил. И перешел во второй класс. Он уже сторожил этой школы. Электронный паспорт учный. Сейчас я покажу, как Глеб вырос. Он на фоне других детей довольно высокий мальчик. А это Евдокия Ивановна, учительница Глеба. Пожалуйста, пожалуйста. А вот его мама фотографирует. Первый год.